Ну, выше. Я не понял, где стол? Да я не понял, где стол. Я за что вам плачу? И что это такое? О, что ты делаешь? Я тебе что, в экран буду говорить или что? Поверни. Сюда, пожалуйста. Будь добр. О, спасибо. И хочешь за то, чтобы я ему помогал? Безъядерный организм просто. Что у нас 3 секунды до эфира, так что давай не это. Итак. добрый вечер, дорогие и дешевые друзья. В эфире ЦУР ТВ. Итак, в студии я и он. Да. Я Иван Пупкин, и рядом со мной. И рядом с Иваном Пупкиным Сергей Пипец. Не матерись, дети в зале сидят, по-моему. Это моя фамилия, Пупкин. Итак. Давайте начнем. Не будем вас задерживать и будьте добры, не передерживайте, хорошо? Итак, мы начинаем. Первая новость. Итак, первые у нас спортивные новости. После блестящего проигрыша сборной Украины по гандболу проходит финал Кубка Европы. Хотелось бы отметить, что именно Владимир Путин лично захотел контролировать ход тренировок сборной Украины. На конференции в Киеве он произнес вот такие вот слова. Итак, внимание. После этого события нарушена нормальная работа некоторых предприятий промышленности, люди пострадали, и объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы, им нужно все... Ну, тут было без комментариев. Да-да-да. Итак, сегодня в 11.74 началась гонка ралли Париж-Карпаты. Нашей съемочной группе удалось побывать в машине во время старта. Без комментариев. Итак, внимание, прошу. Зеленый, давай! Не знаю, где они нашли пиво, конечно, но... Да. Ну, интересно, интересно. В пустыне вообще. Так. Гимнастка Свиницы, давай, попрошу. Ну, я говорю, гимнастка Свиницы нашла склад кокаина еще со времен Второй мировой войны. Сейчас вы увидите запись ее допроса. Это кокаин? Да, я не прав! Я не прав! Вы точно не брали, девушка? Я там вот и купил. Ага, нормально. Итак, давай дальше. Итак, Черновца прошли соревнования по прыжкам в воду. Украина заняла первое место с конца. Итак, Ирина Плюха. И вот прекрасный прыжок. И идеально, Плюха. Идеально, молодец. Украина набрала 1 балл, да. Итак, солонцы принимали киевских каратистов в честь турнира Honda Matsaga. Теплый солонцовский прием видели наши корреспонденты. Итак, внимание. Я... Шкурка банановая. Итак, весна. Самое время для велокросса. Именно это событие произошло на автобане «Солнышко Эдем». Как и зачем это произошло, узнавали съемщики-разговорщики из телеканала ЦУР ТВ. Итак, открывают гонку Голобузовка, да, пошли ребята. Один. Нормально, так стартует. Угу. За ним Кураевка. Кураевка вообще-то. Кураевка, да. Ой-ой-ой, слетел с седла. Вот как теперь козячьи лагеря, внимание. Козячьи лагеря. Идеальный старт. Обидно. И наконец-то Тюрюпинск, ребят. Стартует резко, ну тут травмирует заднее колесо. Обидно. Обидно, Пупкин. Так. Путь воина – это путь через слободку. Слова-то, Пупкин, хорошие, но к чему ты это говоришь? Я не знаю, так тесте написано, что ты меня трогаешь? Я понял, все, поехали дальше. Итак, хорошо. Бобслей 5 апреля состязалась Каховка и Тюрюпинск. Наши разорвали соперника в хлам. А какой хлам? Хламище. Хламидиоз просто и цианобактерии вообще. Итак, прошу.
Вот идет Каховка, Покровка, красиво, да. Ровненько, молодцы. Отлично. Ну и уже Тюрюпинск не догнать, Тюрюпинск уже на финише. Отлично, молодцы. Как четко вошли в добитку. За кадром можно было слышать. Да, вот, правда, у нас камера малобюджетная, она звук не записывает, но за кадром можно было услышать, как ликуют болельщики и поддерживают их главный тренер. Итак. Вот сказал, молодец. Да, спасибо. Так. Сейчас новости. Подожди. Не, политика. Да. Сейчас мы заканчиваем наши спортивные новости и переходим к политическим. Немножко, да, так, можно. Да. Поразнообразить. Итак, первая новость. В парламенте начался рабочий день. Прошу. Вот, вы видите, начался рабочий день. Итак, вот идет подписи, сбор подписей на... Да, на то. А вот идет спикер, главный, спикер, да. Заходит в зал. А ну, хлопцы, ну что ты за галдю? О, а теперь тихо можно работать, вот и мол, хороший. В это время Юлия Тимошенко пытается занять свое место в Верховной Раде Украины. Итак, прошу. Ага. Косу все на спятого, никто не узнает. Пошла нахуй! Ага, рано забыла, палку взяла. Не, ну слышишь, палку взяла точно, кольцо в ноздрю не узнает. Уйди отсюда! Да пошла вон, клоун! Ага, сгаешь на плечо! Уйди отсюда! Я кидаёнка вам рис принесла! Уйди! Ага, сырка принесла. Да пошла вон отсюда, боже, не отцепишься! Не удаётся, не удаётся, Юлии, ну. Да. Ну не судьба, понимаешь. Итак, Николай Азаров пытается наладить проблемы с газом. Внимание. Азарова не видел? Да. Навища я вам в године ночи. Коля, газ. Ні, я не поїду, я не буду з ними розмовляти, вони мене ображають. Коля, в Росію надо їхати, понимаєш? Путин, давай размовлять. Да! Идет в ради разговор. Скиньте цену на газ. Какой тебе скинуть? Я тебе сейчас скину, иди сюда. Сейчас мы тебе скинем все. Спасибо. Итак, ну что? Итак, это все новости на 5 апреля. А, стоп, секунда. Подожди, у меня секунда. Не, у меня я две. Не понял. А, Янукович еще. Понял. Нет, мам, колготы там в стиральной машинке, да. Какие колготы? Не, мам. Подождите, Полкин отвлекается? Да не, я носки вот недавно купил, спасибо. Не протерлись еще. Да. Ну хорошо, мам, давай, пока. Какая мама, Попкин, ты соображаешь, что ругается, а? Ну ладно, хорошо. Хорошо, так, ладно. Так, сейчас опять у нас новости спорта, нам сказать. Свежайшие, просто свежайшие новости спорта. Хотя подожди, слышишь, Попкин? Да, мы же, прошу прощения, забыли самое главное. Вот у Януковича вот была предвыборная кампания, он идет на перевыборы, и вот его агитация. Да, прошу. Будет порядок и стабильность. Итак, дорогие друзья. Опять новости спорта. Буквально свежайшие вчерашние новости. Да, но простите нас, но вот в Украине всегда делается вот через... Да, через твою фамилию. Да, спасибо, что подчеркнул, но не забывайте, если всегда вот будут делать все через мою фамилию, то скоро опреснится в Украине моя... О, его фамилия, прошу прощения, да. Итак, снова новости спорта. Да, вот реклама подгузников Хаггис Ультрадрай. УКР.
Будь всегда сухим, не промокни. Да. Вот это отдых Манчестер Юнайтед. Ага. Ну, оригинально, конечно. Дальше. Ага, это мотоциклисты, реально, не выспавшийся. Выехал на трассу и решил поспать на боку. Нормально, тяжелая работа. А. Это встреча выпускников. 10 лет спустя. Не видели друг друга 10 лет и такие страстные объятия. Ага, то неловкое чувство. А когда говорят, не смотри в камеру, пожалуйста. Да. Итак, это... Это реально душой дома. А телом на работе. Вот это новая реклама Gillette. Скажи нет раздражения после бритья. В самых неловких моментах женщина все равно заботится о прическе. Да. О, это как нужно расстегивать лифчик крестиком. Да. Прыгнул в бассейн, расстегнул, нормально. Не, ну вывод-то какой-то. Вот, мы можем увидеть, что мячик находится в моей фамилии, да. Ну, так прям сказать нельзя, но где-то он находится, ищет. Да. Ищет интерес. Вот, это еще раз доказывает, что трансформеры среди нас. Ну... Фельдшера идут за зарплатой. Реально, 3 месяца не выдавали. Ага, было задание взять Кремль. И берут, да. Ага. Так, у нас опять сообщение. Да, я не... Да. Что? Мы? Мы переиграли? Попкин, ты слышал? Что? Что сказал? Мы переиграли. Иди, Попкин, иди разбирайся, я мне вообще... Сейчас я вам отойти. Покажу, как надо переигрывать. Значит, для завтрашней вечеринки нам понадобится... Запоминай, лошадка. Щербет, вареная сгущенка, мармелад, зефир, Рафаэлло, на сладенькое, пастила. Да, пастила. Лошадка, ты все запомнила? Да, я все запомнила! Да, и шоколадные вафли купи. Что? Вафли шоколадные. Шоколадные вафли. Вафли. Шоколадненькие. Шоколадные вафли. Вафли шоколадные купи. Печенье? Шоколадные вафли. Ну, печенье. Вафли. Шоколадные вафли. Печенье. Да. Шоколадные вафли. Вафли шоколадные. Шоколадные вафли. In English. Chocolate waffles. Deutsch. Waferber chocolat. По-польски. Какао-клеточка. По-цыгански. Ай на не на не. На не. На не. Шоколадные. Но лучше всего звучит по-русски. Шоколадные вафли. Вафли. Шоколадные. Да что же она нас не понимает? Давайте все вместе и... Купи шоколадные вафли. Хочу, чтобы ты их купила. Я не слышу лысого. И мне, чтобы тоже их хватило. Купи шоколадные вафли. Семья Тюткиных смогла приобрести только один билет. Ну и кто пойдет? Я пойду. Я бы пошла. И я бы не отказалась. Ой. 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 Что же делается там? Один билет на всю семью. Как хотел я
По листве, по золотой, как хотел я целый день бродить с тобой. Мамка да все тексты знает, ты ж молодая, ты еще сходишь, ну а... Я знаю точно невозможно, невозможно. Я знаю точно, ну как там, ну пели вместе, ну вспомни, ну подскажи, а... Never, never, never let you go. You are the one I'm searching for. Ну как там, ну подскажи мамке, ну все, мать решила, мать пойдет, ой, не держи. Мама, ну вы же старая. Ах, значит старая, как с вами в клубе Нижний Брейк, когда бывать мать молодая, а как Билан так старая, да? Я на Билана пойду. Почему? Я с ним служил. Ты че, ты с чего взял? Да мама вчера с чердака упал. Угу. Спасибо тебе, очень мило было с твоей стороны. Так, стой, никуда ты не пойдешь. Там же одни девчонки, а у тебя эта невеста есть. Да нет у меня невесты. Как это нет? Вот здесь сидела вчера, невеста ее нет называла. Нет у меня никакой невесты. Так это, я твоя невеста. Ты что, с ума сошла? Да так и сошла, Билан же приехал, а че? Билан приехал. Я тебе говорю, да стой, все, дома будешь, никуда ты не пойдешь. Да дайте я пройду. Я тебе говорю, я тебе сейчас в ухо поставлю. Мама, не пускайте его. Да поймите вы, мама, Билан не ваш кумир. А чей он кумир? А знаю его, все его песни. Чей он кумир? Кто мой кумир? Скажи мне. Вот он. Пять минут, это много или мало? Людмила Марковна кумир. Привет, Тюткины. Лучшие кадры 2013 года. Номинация «Лучшая спортивная машина». Третье место. А я сяду, как я уеду куда-нибудь. Второе место. Номерок блатной. И, наконец-то, первое место. Номинация «Танцор года». Номинация «Бой года». Номинация «Имидж года». Номинация «Флешмоб года». Номинация «Красавчик года». Номинация «Музыкант года». Номинация «Дефиле года». Эй, толстый. Номинация «Джампстайл года». Ready!
Номинация «Полет года». Номинация «Брейкданс года». Мы колбасим до утра, нас стреляют колбасы. Номинация «Самый выразительный знак». Второе место. А я пойму все по глазам, а я прошу все по губам. И наконец-то первое место. Эти глаза не пройдут. Номинация «Приватный танец года». И номинация «Забег года». Спасибо за внимание. С вами была команда «Адреналин». Standard is your base.
Нет, я не буду, друзья. Браво.